Евгений, расскажите, пожалуйста, о чем был ваш доклад и какие вопросы рассматривались в ходе вашего выступления? Мой доклад был о построении защищенной системы электронного документа оборота, которая может обрабатывать информацию различных по уровню конфиденциальности и практические аспекты. Затрагивались различные темы, в основном о специфике некоторых организаций, которые предъявляют особые требования по защите информации. Следующий момент, рассматривались, каким образом вообще обрабатывать информацию различных грипов в одном контуре, что является очень сложной задачей. И рассматривались конкретные технические аспекты. В основном говорилось о промежуточном программном обеспечении класса middleware, который инкапсулирует в себя набор средств защиты информации, который потом система электронного документа оборота как прикладное приложение может использовать. Какие чаще всего задавались вам вопросы? Что сейчас интересует специалистов в области информационной безопасности? Основной момент, как всегда, это противоречие между руководящими документами и технологиями, которые уже позволяют реализовывать конкретные функции. То есть, грубо говоря, мы дошли до такого уровня, что мы можем дать промышленности, дать государству уже конкретное решение, но непонятно, иногда есть несостыковки с руководящими документами. И вопрос, выполняем мы в этом случае или не выполняем в этом случае требования. Хотя сертификаты все есть, и уже будем дальше смотреть, как заказчик будет применять уже решение для себя. Довольны ли вы в целом вашим выступлением? Все ли вопросы удалось рассмотреть? Ответили на все вопросы? И как вы можете оценить аудиторию? Да, я доволен выступлением. Мне очень понравилось, что собрался целый зал. И даже осталось время на несколько минут на дискуссию. Задавались конкретные вопросы о применении наших решений. В том числе такие провокационные вопросы задавались. Я очень доволен, и видно, что люди, которые потом после подходили уже, после обсуждения, видно, что являются хорошими специалистами. Мы обменивались тоже визитками, чтобы в дальнейшем, возможно, продолжить продуктивное сотрудничество.